Я успел. Закрыл, молодец. Очень быстро челепиздрик. Да у нас энергия не успела восстановиться, да, Серёга. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Серега, пацаны, поздоровайтесь. Всем приветики, омлетики. Я вижу пушистик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и ваша любимая рубрика «Аниматроники пугают охранников». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Качали, ребята, новую карту, она вышла только сегодня, даже можно сказать, что она вышла где-то час назад, и мы решили сразу записать. Здесь очень круто, давайте я вам покажу вкратце и расскажу. Здесь есть все как обычно, двери, но есть прикол. Вы когда нажимаете дверь, идет полоска. И когда эта полоска заканчивается, дверь открывается. И смотрите, в чем прикол. Она когда закрывается, я не могу ее открыть назад. То есть все. Пока полоска не дойдет до конца, дверь открыть нельзя. Очень круто сделано. Все по красоте. Пришел аниматроник, дверь закрыта. Так, отлично. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Мы уже с пацанами ждем, когда выйдет карта по FNAF Security Breach. Мы очень ждем, когда выйдет хотя бы кусками или цельная. Серега говорит, что цельная выйдет, да? Я надеюсь, что так, потому что там реально можно будет много чего сделать. Ну? Тебе на камерах не видно. А где он? А ну чекай. Смотрите, здесь даже камеры пронумерованы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все очень четко. Так, давайте я вам вкратце еще покажу здесь карту. Здесь очень все круто. Вентиляции есть. Так. О. Ладно, я вспомнил, мне надо купить кое-что. Закрывай сразу двери. Отлично, я успел. Ну что, Сережечка, ты уже не такой модный. Сегодня мы хорошо, ребята, выживаем. Сейчас мы еще покажем карту вам. Кстати, здесь есть подвал. Очень мрачное место, такое стрёмное. Там очень круто. А ты понь. Где он? Слева сейчас придет. Закрыл, 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 успел. Добрый. Страшно было. Это очень стрёмно было. Где такие шаги громкие? С той стороны зашел. А там перезарядка. Блин, я даже не успел повернуться. А я нажимал кнопку что-то закрыть дверь, и она не сработала. Ну да ладно. Перезарядка была. Карта вышла только сегодня, поэтому ей простительно некоторые, там, может, баги небольшие. Так, ну что? Ты где? Нам сколько... Скоро нам идти в подвал. Покажем, как там вообще. Там очень круто. Там, кстати, поломанные аниматроники должны валяться, дохлые. Так, а здесь можно открыть? Дверь закрыта. Идем в подвал. Dark Dragon. Слышь, да? Я тоже. Да. Так, подождите, а куда идти? Это сцена. Так, вентиляцию нет. Сюда. Я вспомню, где. Надо найти красную дверь. Вот она, там, вон там. Идем, там, идем, вон. Идем. Ага, ну да. Вот ты умник. Такой, как и я. Карта небольшая. Ну, блин, классно, запутано все. Кстати, карта весит всего 6 мегабайт. Ух ты, ё-моё, ты видишь, какой аниматроник там здоровенный стоит? Ты дурак, что ли? А что-то я думал, я успею убежать. Я, Серега, затупашил там в дверях, да, затупашил чуть-чуть. А я специально ждал вас. Ах ты подлец. Моих сладеньких. Серега, молодец, красиво обманул. Я даже сначала не понял, если бы ты не двигался, может быть, сразу в глаза не кинулась бы. Помоги. Твоя здоровенная текстура. Дима, спаси. Так, подожди, подожди. А где ты? Ты в подвале? А, вижу, вижу, вижу тебя. Включаем фонарик. Ну, наверное, закроем двери на всякий случай. Как-то стремноватые звуки издает он. Клацаем, клацаем камеры. Блин, непонятно, какая камера куда что показывает. Так, это у нас... Кто? У меня все. Одна и та же картинка. Так. Во, надо просто прицеливаться прям четко. Вот он стоит! Он на сцене, он на сцене, да. Я его чекаю.
Он точно нас... Да. Я увидел, он слева. Так, пошел. А куда он пошел? Боже, не успел. Придурок, не успел. Я чуть кирпичей не отложил. Так, в этой карте очень классно тем, что ты двери вечно не можешь держать закрытыми. Я не успел. Блин. Боже. Это было страшно, он так быстро побежал. Кстати, знаешь что? Я занервничал, не буду обманывать. Я тоже. Дернулся еще с крыльями. Да. Ты прикинь, ты выходишь так еще неожиданно. Все, давай, чекаем. Ты его видишь? Слышишь? Фредди. Где? Ну, я его слышу. Я его тоже. Ну? А где он? Ночной режим активирован успешно. Он на сцене стоит. А, вот ты какой. Закрывай двери. Молодец. Он опять бежит к тебе, наверное. У меня перезаряд. Я успел, отлично. Чека свою сторону. Блин, прикольно. Сегодня аниматроник прям какой-то, он жесткий. Мы так в подвалы не спустились. А мы такие, мы сейчас... Ну не успели, меня замочили прямо на входе. А я успел рассмотреть. Он тебя не убил там? Нет. Вот он, придурок, прилез! Да ё-моё, ну Серёга. А ты через вентиляцию пролез? Да. О боже, ты молодец. Эндоскелетон. Колотрон. Бежит. Закрыл. Я успел. Закрыл, молодец. Очень быстрый чилипиздрик. Да у нас энергия не успела восстановиться, да Серёга. Потроллить вас решил. Ну энергия. Ну колонергия, ладно. Я не буду за такими жестокими спать. Не, ну прикольно получилось. Не, кстати, у меня была писечка энергия, мог бы нажать, просто я не успел. Так что ты, Серёга, всё правильно сделал наполовину. О, чилипиздри какой-то стрёмный. Я успел, да, закрыть? Ты спасибо. Кто? Я чуть не помню. Да, какой-то этот безносый чилипиздрик. Он еще так стоит. Кашка, надо закрывать. Ты енот. Где он? Ты че пальцы вытаскиваешь? Он у меня с левой стороны где-то. Я вижу его. Он там на стенке или что-то делает, не знаю. Лампочки меняет. Ну я успел опять. Он лазит по стенам? Офигеть, Серега, это четко. А, энергии так мало, что только на секунду вообще можно будет только закрыть. Опа. Она не двое. Нажми, убьет мне дверь или нет? Хочу проверить. Она может. Давай. Нести урон. Да, убивает. Так, значит, как оружие можно использовать. Калитки наши. Закрыли вовремя. Ну нет, Серега. Это просто скример. А, это просто скример. А вы обосрались уже. Ну да, было такое, Серега. Аж драгон убежал, блин, не знаю, 9 земель отсюда. Ты знаешь, как это сыкотно выходит, так вжам. И все, тебя нет. А еще единственный сотрудник, который работает. Да. Я в подвале здесь изучаю все. Да ё-моё! Я все изучаю. Так, здесь в подвале очень сыро и воняет говном. Так, слышу, кто-то дверь открыл. Или это надо мной так слышно? Серега, я как полочка не слился, мне было заметно, да?
Ну блин. Двигается, думает, блин, а заметит меня или нет? Может, ну да. Не заметит. Ну, Серега, ну что ты такой? Ну, Дима. Ну ты что, я же аниматроник, я звук. Я смотрю, Дим, в обе стороны. Да? Нифига себе ты, мужик. Да слышь, тише. Are you having a good time at Freddy Fazbear's Pizza? Блин, смотри, а? Пошел нафиг. Серега, ну прекращай, ты же очень страшный. Ты задрал, да что ты? Я успел пригвоздить его. Да прекращай пригвождать. Коллаб ждать. Да хорош, ну Серега. Сейчас гвоздь пройдет и свалю, и все, живите. Или ты... Да ну это же нечестно! О, все, сваливаю от вас, ну его нафиг, а. Вот и так, значит, вас... да, ты с нами заговорил? Да. Иди сюда. Ну нафиг вас, пойду в подвал. Сережа, иди сюда. Иди гуляй, Вася. Иди сюда. А где он? Я хочу... Очкошник, иди сюда. Карта очень классная, на 6 мегабайт, она очень крутая. Найдите меня. Тут были еще зеркала, Серега все поудалял. Чуть не лагал. Да, она, кстати, очень была не оптимизирована. Ну, из-за разных пропов. Та карта сама классная. Ты где? Я же сказал, в подвале, Васек. Ты в подвале? Да. А где? А, идем. Сюда, правильно. Я знаю, где там за углом сидит. Стой! Стой, не спеши! Не спеши! Вот так, значит, да? Я там разработал такой план классный, чтобы тебя замочить, а ты? Это, взял, переиграл и уничтожил вас. Да-да-да. Надо, знаешь, что взять? Надо брать гранаты вонючие и кидать в него. Да это бессмысленно для него. Но тебе так кажется, смысл есть всегда. Я знаю, что надо. Сейчас найду. Сережа, харе летает. А он летает? Он уже не в подвале? Так нечестно, Серега. Он в Shadow Freddy. В подвале вообще-то. А, он в подвале. Зачем ты врешь? Ты же Shadow Freddy же умеешься делать. Ух ты, ема, Дим. Дима, ты там накидал пердежа своего, конечно. А ты не можешь, ты теперь не сможешь выйти. Подвал — это твоя тюрьма. Решил нечестно играть, да, со мной? Так это ж Shadow Freddy, чего ты? Я тебе говорю уже, Дим, это Shadow Freddy у него. Ну, Shadow Freddy, то и Shadow Freddy. Колоблэйди. Ты где вылет? Я ж Shadow Freddy, ты чё, я в тени был. Серега, когда видит, что не может ничего сделать, начинает нечестных аниматроников брать, то и всё. Говорит Дима, который умер уже миллион раз. Ух ты. А Дима засел, где-то, да, сейчас? Да. А он пердёж свой кидает в вентиляцию. Нет. Ах ты. Ты должен умереть, Серега. А ты тут рядом. Вот это скример был. Серега, ну ты где? Чё ты не умираешь? Он скример летающий. Вижу, кидаешь свои пердёжные гранаты. Ну так и ты ж не можешь пройти. Поэтому я их буду кидать. Все, закончились. Не, я могу их много себе выдать. А он сзади. Я так и знал. А че ты радуешься? Убиваю вас. Дима, берем, знаешь что. Серега, а как ты хотел? Ты используешь нечестных аниматроников, чекеришь, не даешь нас возможность... тебя убить, поэтому мы используем то, что нам нравится, а это самое мощное оружие против аниматроников. Ага, вот так вот. Это админский пистолет. Ну, по сути, я тоже ходячий админский пистолет, да? Закрывай. О, блин, двери ж нельзя закрыть. Он же летает. Нет, я не летаю. Я не летаю. А ты где? Дима, отойди, подожди, я знаю, где он. О боже.
как это работает? А вот ты не знаешь, так и не пользуйся этой штуковиной мощной. Да, Серега, ты задрал этих аниматроников, он же читерский, ты же согласен. Ладно, ладно, возьму другого. Ты нам еще одолжение делаешь, мы сейчас тебя возьмем и убьем. Да ты задрал. И быстро и задрал. Ладно, чику обычно возьму. Хорошо, давай. Ах ты говно со своей монеткой. Испоганься. Говно. Серега, я все равно сделаю то, что я хочу сделать. А что ты хочешь сделать? Ах ты! Не-не-не-не-не! А ты что, знаешь, где я? Ты ж не знаешь, где я даже. Где я? Давай, найди меня на карте. Примерно. Только ты аниматроник, который бьет на расстоянии, не бери, это нечестно. Не-не-не-не. Голимое оружие, сейчас мы возьмем какое-то помощнее. Так, слышу, Серега, ты приближайся. Не. Не? Одну такую бомбу. Ну ты задрал. Серега. А. Ты где? Ищу тебя. Ах ты же. Я туплю, как это не игра. Ну блин, я что-то не вижу Серегу. А я ищу тебя, пытаюсь найти. Давай я тебе помогу. А, не видишь все равно? Монетку что ли кидаешь? Это ты кидаешь, да, Дим? А, слышу пистолет. А, вот. А, я понял. Не, он не в подвале. Ну что, ты где, Сережечка? Я понятия не могу. Срать. А, понял, кажись. Всё, слышу. Давай. Заходи. Ух ты ж. Одна была зажигательная, одна была ядерная. Серега, а что ты не выходил из-за угла? Я видел, как ты стоял, но не выходил. Слышь? Да я видел, как ты там стоишь, стреляешь, думаю, зачем лезть, пусть стреляет в стену, как дурак. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики еще. Серега, очень красивый взрыв.